Всем привет! Сегодня увидел занятную штуку. Я на острове, пытаюсь добыть божественную накидку, но пока безуспешно вообще. Походу дело все-таки штука привязана к событиям определенным в игре. Но я хотел показать нечто другое. Я хотел показать, мной подавился огр. Я такой анимации еще не видел, но он реально подавился, то есть попробую сейчас это продемонстрировать. Так, сделаем все как было. То есть я как бы, ну, решил, пусть убьет, он меня схватил, я перестал сопротивляться, а он взял и подавился и выпустил меня. Попробую сейчас продемонстрировать, если получится. Ах ты, зараза. Я уж не знаю, что так повлияло. Я уж подумал, не глубинное ли страдание так действует. Но пока ловить меня не может получиться. Ой, бедненький, бедненький. А, она его подхиливает, нифига себе, она его подхиливает. Давай, хватай. Нет, так не надо. Опа. Блин, надо ее вырубать, она мне достала. Зачем-то взял магическую пушку, которую пользоваться совершенно не умею. Ну давай, хватай уже. Просто выкинул. Блин, чего? Я хотел показать. Броня. Ух ты. Ну ладно, давайте его завалим тогда. Раз он ничего не хочет. Так, может сейчас? Блин, хочу глубинное страдание сделать.
Видимо, надо сопротивляться. Чё с ним? Парень. Ты живой? Вообще завис просто. Красивый звук. А где птичка-то наша? Птичка-то вот она, птичка. Ну, смотри-ка, она, оказывается, врагов подхиливает. Дрянь такая. О, сбил. А, не сбил, а вот даже убил. Отлично. Не, не показал. Жаль, что не показал. Хотел показать. Может, тогда и выкладывать не буду ничего. Блин, ну почему я этот навык убрал? Нафига мне эта магическая пушка? Никогда ей не пользовался. Тут что-то вдруг захотелось. Я думал, она с Василиском поможет, честно говоря. Мне она нифига не помогла с Василиском. О, Чипуэнда. Слушай, я хорошо сходил. Но броня с острова не всегда хорошая попадается, кстати. Вот сейчас это просто какое-то ни о чемная какая-то фигня. Просто ни о чемная фигня. И для божественной накидки, я так понимаю, я... Вот рыцарская, пожалуйста. Рыцарская всегда, пожалуйста. Живой. Блин. Все равно интересно, броня с острова, все дела. Ну, против злобоглаза этого, наверное, тоже отстойно будет работать. Это магическая пушка, я предполагаю. К тому же там есть тактики более эффективные против него. Так, ну чё. Блин, последний вихрь, вы издеваетесь. Ладно, пофиг. Опа, а это кто? О, старый знакомый. Давайте подлечимся. Подлечимся мы. И пойдем.
Деремся. Можно прямо отсюда начинать. Вот здесь отличное место. Берешь так. Да, да. Совершенно никакой урон. Не, ну я слишком слаб для этой твари, честно говоря. Можем прям в этом убедиться. Молнии, походу, вообще урон нам никакой. Что тогда будет наносить? О, это самое сильное, что у меня есть. Давайте с Чикуэндой походим. Почему бы и нет? Ну, физический урон немножко проходит. За мистикой с Чукленда еще не ходил. Вот, видите, пожалуйста. Вот тебе результат. Да, вот результат. Ну, я не против. Нет. Жидкость Василиска еще хуже, чем в прошлый раз. О, опять появилась. Ну давайте что-нибудь такое, что ли, придумаем. О. Или это дрянь там. Отлично. У меня еще есть такие подарочки. Опа-на, нифига себе, он уже здесь. Ничего себе, она бегает. А если прибежит? Концентрированного заряда у меня, наверное, нет. Да, вот она. Так, она сейчас прибежит. Я сюда пока встану. Бесполезно. Походу дела, ее вообще ничего не берет. Понятно.
Собираем, чё? Посмеемся, Джоко, посмеемся. Что у нас тут есть? Барри кристалл разбора. Сюда эта дрянь, кстати, точно не заберется. Входа нету. Вон она. Но молния по ней вообще не шарашит. И просто по барабану. Давайте попробуем продвинуть рутину. А, на них же сон действует. Точно. Я и забыл. Не, бесполезно. Пустая трата времени, блин. Все, погнали. О, да ладно. Даже так? Я же всегда уходил там. Ай, блин! Это же другой. Ёлки. Ну, придется бежать тогда от меня. Своих двоих. Так, где тут быстрее выход можно найти? Ой. Ой. Так, еще раз загрузимся, проверим, что попадется. Может быть, все-таки выпадет, хотя, скорее всего, нет. Блин. Да, короче, это бесполезно. И уходим на этот раз. О, это получше, чем барикристалл. Разлома. Я забыл камни свои. В принципе, тут бежать-то фигня вообще. Бежать-то я могу без проблем. Ветвистые края. Ну, спасибо, спасибо. Продолжайте надо мной издеваться. Так, что за выход?
Что это за выход? Ага. Отлично. Мне кажется, она меня уже не чует. Какое у меня ощущение. Ой. Зато здесь другие ребята водятся. Броня, еще броня. Серега очищения. Сейчас тут просто ребята объявились какие-то нехорошие. Надо их встретить. Где-то тут стоял парнишка. Куда-то делся. Да, он делся. Так, сейчас я этим воспользуюсь все-таки. Видите, ребята, я уже только все собирал, и как-то мне очень хочется умирать. Ой! Ой! Так, где на выход-то? Вот на выход. Погони вроде нет. Ну, на всякий случай. Так, все, вот выход. Все, я свалил. Я свалил, и я выжил. Ценой камня, но пофиг. Трашечку Энди походить. Вроде неплохо смотрится. Подумаем над этим, подумаем. Ну вот и все. Все кошмары позади. Больше всего мне вот сейчас хочется вернуть свое вознесение. Продвинутое. Вместо магической пушки. Сейчас попробуем улучшить Чикуэнду. Да. Неограненная. Вот как так, а? Она всего одна на всю игру. Это неограненная любовь. Часть черного меча. Ну понятно, это уже постгейм оружие, похоже, дело. Ой, жесть. Вот так будет лучше. Так. Здесь меня, в принципе, все устраивает. Это зачарование я бы, наверное, поменял бы, но нет, пожалуй, не буду. Пока меня здесь все устраивает. Now, where you have a look, I'll see you don't regret it.
Ну все, теперь надо бежать до тетеньки. Так, сколько у него урон? 739. А в статистике 739. А 240 это без оружия, что ли? Эх, зачем запись включал, даже не получилось показать. Чё я такой тяжелый, что ли? Да нет, вроде бы. Сейчас тут какая-нибудь тварь появится. Вполне возможно, кстати. Да. Приходится пешком здесь бегать. Камушек забыл и все. Хотя его можно нафармить, ну, в смысле, найти где-нибудь там в улочках. Но я вот не нашел. Сейчас посмотрим на броню, скорее всего, диадемы какие-нибудь. Стрёмные. Ну, что есть. Да. Ну, 4200, посмотрим. Глаз дракона, кольцо ассасина. Ну, ёлки. Плащ кочевника. Ну, это хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Может, я даже такую обувь поношу. Они добавляют к силе 30. Ну и в принципе они очень даже неплохие. И лучше тех, что у меня сейчас. Выглядит, конечно, стрёмно. Да, очень стрёмно выглядит. Сила плюс 30. Да, выглядят они так, что их видеть не хочется. Может, какая-то... Есть еще подштанники такие, которые более-менее... Ну, вот эти только джинсы. Да нет, блин, ребят. Это не моё. Это не моё. Что за накидка? Плащ кочевника. Плащ кочевника, ну такой себе. Плащ кочевника. Для мага больше подходит. Короче, ничего я себе не нашел. Чужеземная юбка. Так. Чекуем, сколько весит хоть она. По сравнению с тем, что у меня было. Клевец-то, конечно, блин, полегче. Чем чекуэнда. Тяжелая она, зараза. Эдика все скинул. Очень много мусора всякого. Эй, так и не воспользовался талисманом мученика.
Так, это оставляем. Вот ничего, ничем не пользовался просто. Ношу, ношу, ничего не использую. Так. Все. Не знаю, буду ли я выкладывать свои приключения на острове. Но на данный момент они закончились. Мы идем к Грансорану.